Большое значение мы придаем работе ученых и специалистов, которые трудятся в отраслевых исследовательских институтах, непосредственно обеспечивая интеграцию науки с производством, сказано в отчетном докладе товарища Брежнева на 25-м съезде КПСС. Тамбовский научно-исследовательский институт в НИИРТМАШ занимается химическим машиностроением. Лаборатория, где конструируют оборудование и автоматические линии для резинотехнической промышленности. За 10 лет здесь разработано более 20 новых линий, агрегатов и машин. Многие из них успешно прошли промышленные испытания и рекомендованы к серийному производству. Сейчас здесь идет сборка новых агрегатов для шинной промышленности. Они в 2-3 раза эффективнее существующих.